привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 3 апреля. У нас стоит солнечная погода. Продолжается вот этот теплый период. Сегодня плюс 13 будет днем. Ночью было плюс 7. Томаты в теплицах стоят без подогрева. Я сейчас пошла работать в теплицу. Хочу показать вам одно чудо. Вот снег только-только-только успел стаять. И тут же, моментально, из-за того, что плюсовая температура, смотрите, вот здесь я горчицу раскидывала в прошлом году, сразу же начинают сходить все две раты. Горчица. Прям чуть ли не из-под снега. Вот только снег сходит, они сразу начинают сходить. Вот что значит тепло. Пригрело, все сразу ожило. Конечно, у нас будет еще и холодная температура, будет и минусовая. Но пока мы радуемся вот этому неожиданно свалившемуся на нас теплу. Хочу еще несколько слов сказать про открытый грунт. Вот видите, у меня с осени весь грунт готов. Потому что весной обычно времени не хватает на тщательную подготовку грунта. Занимаюсь в теплицах. Он перекопан на грядке, удобрен перегноем, суперфосфатом, сернокислым калием и рассыпаны сидираты. Все. Только жду тепла. Вот заходи и сади, что хочешь. И также все мои... Ну, то, что мне нужно... Сейчас подожди поближе. Видите, вот там. Там у меня палочки куча, веревочки. Весь инвентарь хранится вот в этой пристроечке. Вот пришла я в теплицу. Вот этот теплый фронт принес нам хорошую теплую погоду, которая позволяет находиться здесь даже ночью без подогрева. Вот 9 утра, уже 20 градусов. Конечно, сегодня днем я ничего включать не буду. И ночью они будут опять стоять без помощи электричества. Только солнышко помогает нам. Сегодня у меня в этой теплице план большой намечен, большой фронт работ. Во-первых, так как у меня нет здесь обогрева, но я не должна расслабляться, и я сегодня еще раз замерю, сделаю контрольные замеры грунта. Сначала в один, вот в эту закопаю, в одну сторону, потом в другую. Мне же нужно следить, чтобы температура не опускалась ниже каких-то там определенных. Вот у меня 14-15 градусов, я хочу ее держать постоянно, чтобы томатам было комфортно. Но сейчас, так как они прут, вот хорошо растут, особенно первые высаженные, я вижу, что им все здесь нравится. Но тут опять проблема. Томатам, когда очень все хорошо нравится, они очень быстро растут. И вот эти дуги я ставила временные, как я их называю, детские, ну, для маленьких. Сейчас я сняла все пленки совсем, и мне нужно поменять дуги. Вот эти низкие на высокие. Потому что томаты очень быстро пошли в рост, особенно вот эти, которые у меня на передержке, вот всякие иностранные, вот экзотические, они предназначены для второй теплицы, но сидят пока здесь. И они доросли почти до дуг. И когда я их закрываю, ну, в принципе, и вот эти крайние тоже уже выросли хорошо, когда я их закрываю, уже пленки на них ложатся. Это нельзя допускать, потому что пленки могут быть мокрые, отсыреть, там конденсат будут на листьях. Это нехорошо. Значит, у меня сегодня в планах найти дуги большие, эти маленькие убрать в следующую теплицу, куда я буду сейчас высаживать, потом сюда поставить большие, накрыть опять всю их на ночь. И погода внесла свои коррективы в мои планы. Я вам говорила, что вот этот крайний ряд не буду высаживать, потому что с той стороны у нас очень долго сугробы. Ну вот посмотрите, вот эта обрушившаяся жара на нас, видите, там просвечивает. Сугробы все уничтожила эта жара за 2 дня. Там не только исчезли сугробы, там даже сухо. Вот видите, там и пригорок, и все. И эта жара, как меня... Короче, дала мне, позволила мне теперь здесь высаживать и эту вот последний рядок. Так что вы видите, я сейчас все сдернула, все пленки, чтобы досадить, довысаживать последние томаты вот в этой теплице. Все, сейчас вот этот ряд высажу, сразу большими дугами накину,
на случай, потому что у нас сегодня тепло, у нас завтра тепло, а там через несколько дней будет обязательно прохладно. Короче, работы в теплице много, туда-сюда переставлять, немножко что-то поливать, подсаживать, пересаживать, утеплять. Сегодня, так как у нас пасмурная погода, то высадка пройдет, наверное, более удачно, чем тогда, когда было жарко. Все, вот этим буду заниматься я сегодня. И сегодня, я надеюсь, у меня будет весь комплект высажен томатов. И потом я вам точно расскажу, какие и куда я высадила. Вот сейчас я высаживаю этот крайний ряд. Меняю дуги маленькие на большие. Видите, какие дуги были, какого размера? Но только на время высадки. А им же здесь еще целый март сидеть. Ой, не март, апрель. И во время апреля, возможно, тоже еще будут похолодания. Так что я готовлю ему тоннельчик этим томатом большой. Видите, какие дуги огромные. Почти метр высотой. Они металлические. Вот сейчас это я с улицы принесла. Ну, в тоннелях выращивала, когда рассаду на продажу они у меня были. Сейчас я гну по размерам вот этой грядки. Они толстые, поддаются с трудом, но ничего. И чтобы сэкономить вот эти дуги с толстого металла, я половину перемеживаю пластмассовыми дугами. Одни пластмассовые дуги в теплицу восстанавливать невозможно, потому что они при такой температуре, вот уже горячая она, греются и теряют форму. Но в перерывах, ну как в промежутках между двумя железными дугами, они подходят. Только лишь для того я их ставлю, чтобы ткань не провисала, и когда томаты подрастут, чтобы она не падала опять же на томаты. На передержку здесь выставляю между ними томаты уже для холодной теплицы. Видите, они поменьше рассада, потоньше, чем вот эти, которые я высаживаю. Это вот они будут здесь подрастать до момента высадки в холодную теплицу. Тут опять становится жарко. И смотрите, разница есть. Или вот эта рассада, которая для холодной теплицы, или вот здесь стоит у меня на передержке, на подращивании рассада для теплицы полутеплой, у которой грунт не греет, а греют сверху инфракрасные обогреватели. Они будут высажены раньше. Видите, они здоровее, толще. Все как линейка такая. Эти были самые большие, следующие идут эти, потом идут за ними вот эти. Пока согреется у нас воздух, они как раз вырастут. Вот сегодня мне вот эта работа предстоит. Я продвигаюсь, высаживаю, ставлю дуги, расстанавливаю на подращивание. Дальше продвигаюсь, высаживаю, расстанавливаю их вот так вот реденько, потому что, видите, в контейнерах они очень часто у меня стоят. Я их все сюда принесла, видите, их много-много-много-много-много вот так вот. Их мне надо все теперь вытащить с контейнеров и поставить с промежутком, с таким, с условием, чтобы их можно долго не трогать, чтобы они, разрастаясь, не мешали друг другу. Так они растолстеют, окрепнут. Все, репортажей больше отсюда не будет, уже очень жарко. Не хочется ни говорить ничего. Досажу хотя бы полряда и оставлю остальное на вечер. Но сегодня я эту теплицу добью. Все, до свидания.